2017 году в городе пройдет 13 новых конгрессов. Таким образом, в Петербурге собираются развивать деловой туризм. По данным специалистов, именно бизнесмены, прибывающие в северную столицу по делам, приносят городскому бюджету львиную долю туристического дохода. В командировках они не только заключают сделки, но и с размахом отдыхают. За пару дней в городе они тратят в разы больше того, что оставляют туристы, которые приезжают посмотреть достопримечательности. Мы в 2013 году проводили конференцию спортивную «Спорт-аккорд», которая была именно деловым мероприятием. И по оценке рейтингового агентства PricewaterhouseCoopers, порядка 8 миллионов долларов был экономический эффект от того, что она прошла здесь. Сколько деловых туристов посетили Петербург в этом году и какие суммы они здесь оставили, посчитают ближе к концу года. При этом специалисты не сбрасывают со счетов событийные и спортивные виды туризма. Праздники, фестивали и крупные соревнования увеличивают поток гостей. Например, только на чемпионат мира по хоккею в северную столицу приехали 136 тысяч человек. В следующем же году привлекать туристов будут конгрессами, фестивалем тюльпанов, который пройдет в мае на Елагином острове, июльским праздником «Алые паруса» и футбольным турниром Кубок конфедераций.